Сейчас, секундочку. У нас змея огромная появилась, смотрите. Да не бойся, он там забоится на тебя напасть. Молодцы. Видите, ребят, 4. Не даю. Багира нельзя. Юра, чуть не. Так, красавцы. Идем. Ветер такой ужасный, да. Прям вот конкретно. Здесь. Такая полусухая стяжка. Класс. Тяжелый? Аккуратно. Там дверь открыта, блин. Чё? А, он регулирует. Ребята, тут убрали, да? Я думал, тут мало, охренели, тут убирают. Ветер шел с продулами почти уже. Отлично. Сюда, неужели и этот день настал? Молодцы, ребятки, молодцы. Кинуть кого-то. Ребят, вот там казалось, вот наверху керамзит лежал, казалось, небольшая кучка, а по факту целая. А я, как мои статки. Че ты боишься? Паникер толстенький, да? Алюнка, моя девочка. Моя солнце. Я с вами поднимем земли. Все вам сделаем. Че, девчата там внутри? Пойдем в гости. Сейчас волки не ожидают, что я к ним пойду.
Точнее, не волки, а молодняк в логове сидит. Удивятся. Надо это все убрать. Больше не будет забивать уже. Ну, сейчас вот так будем сыпать. Пусть тут горочка. Хотя тут и так и нормально было, но... И здрасте. Как дела? Молодцы. Афина, Тайра, иди сюда. Афина, Тайра. Вот где их ловить можно, да? Это я дел. Тут капитально, просто некуда уходить. Афина, Тайра, иди сюда. Чего? Иди, иди, иди сюда, иди. Идите, девчата, к вам я не рискну заходить, сами выходите. Не бойтесь, чё. Девчат, выходи. Идите. Не бойтесь, не бойтесь. Атик, атик, атик. Атик, атик, атик. Только не класси меня. Прячутся, когда боят. Что там у тебя? Дай гляну. Пустой. Вон, да, я посмотрю. Все, боится, боится. Где вы мои девочки, где вы мои маленькие? Запряталась. Подожди. Че ты делаешь? Иван, ты что, сетку грыз? Че я сколько? Подожди. Привет, самая умничка, самая социализированная. Ой, ой, запряталась Афин. Афинка запряталась. Низи, 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 низи. Низи, 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 низи. Как-то странно, она подходит ко мне. Или прятаться, или укусить, я ни хрена не понял. Тайра, ну иди сюда, ладно, не буду тебя бояться. Чуть я испугался весь. Тайр, иди, ну. Да ты моя солнце. Я сам чуть боюсь. Ну а не бойтесь, не бойтесь. Вот знаете, что интересно? Это маленькое место, логово, для того, чтобы, ну, приручить волка, скажем так, да? И у меня есть прекрасная возможность с ними здесь вот находиться, войти в доверие, чтобы они меня любили, как своего воспринимали. Прикол, это реально как в дикой среде. Смотрите, и не боится. Тетя моя. Вот я одно не пойму, она меня цапнуть хочет. Вроде не. Тетя моя, солнышко. Вот, вот, подошла, я в шоке, ребят. Если честно, я в шоке сейчас. Лишь бы меня не цапнуло. Она защиту во мне увидела. Во мне защиту увидела. Ну, какие они прелестные, ребят. Какие они прелестные. Посмотрите, она подошла ко мне. Стрессовая ситуация. Видит во мне стаю защиту. Понимает, что я спокоен, уверен. Ну это вот из-за него все. Он очень сильно это делает, портит всю картину, и они начинают бояться. Тетя моя, солнце. Тетя моя, солнце. Вообще, да, ребят, вы такое видели? Вы такое видели? Дяби мои, солнце. Какие мои девочки. Я в шоке. Вы же знаете, как они меня боятся и тут как себя ведут. Я чуть в шоке. Именно Тайра, да? Моя девочка, моя Тайрочка. Иди, мой сон. Афиночка, иди сюда. Видите, как часто дышат? Они стрессуют очень сильно. Там работают, они с ума сходят. Тайрочка, дайте мое сон. Дайте мое сон. Блин, это круто было, ребят, чтобы вы понимали, я в шоке.
Ну, представьте, который меня боялся, сама подходит прям в наглую, прям и берет морду, подставляет. Дорогого стоит. Молодцы. Ну, вот заметили, сами захотели, подошли. Позовешь, хрен придут. Вот сами захотели, надо им, выгодно, страшно, подходят. Пытаются там защититься. Чтоб ты понимал, вообще ко мне не подходят они. Боятся. Сейчас из-за вас всех она боится, и мне, во мне защиту увидела, подошла, ну, прижалась, грубо говоря, я в шоке сейчас был. И самому и страшно, понял? Взрослые-то я знаю, не боюсь их, понял? Так они выросли, что такого? А, брат, тут не... В смысле, выросли, но если ты в детстве мало с ними занимался, хоть у тебя родились, хоть толку мало, ты должен их прям вот, чтоб рядом были, таскать их, чтоб... А эти что, родились они в будке сами, по себе и одичали. А в детстве подходили, а сейчас вообще, вот сама подошла, в шоке сейчас был. Эти мои, все. Прячутся, боятся. Молодцы, молодцы, мои девочки, молодцы, молодцы, идите сюда, идите. Ну все, молодцы. Как-то странно, как будто мне сейчас харкнут. Гляси, гляси. Знаешь, такое ощущение, что сейчас меня гаркнет она. Нельзя меня трогать. Вот. Тихо, тихо, тихо. Молодец, вообще, таверчик. Вот, смотри, волки, ёбмакар. Да, да. Ну, то их сам звал, то реально боюсь теперь. Да, ну все, все, запрятался. Чуть боюсь, если честно, чуть страшно почему-то. Типа мои... Видите, при чужих, для них я теперь родня. Афиночка, да эти мои плясают. Надо в телегу, ребята, эксклюзиво бахнуть. Начали потихоньку желтеть у них. Ребят, как вам такое? Вы такое вообще видели? Такое видели? Вы такое видели вообще, а? Вы такое видели? Как думаете, почему подошло? Ребят, я сам в шоке был, отвечаю. Это прям вот. Прижимаются ко мне в шоке. Ау. Давай, давай, аккуратно. Давай. Блин, круто, ребят. Я на душе очень рад. Это мне дает надежду, что я могу с ними нормально дружиться, существовать, потому что у них есть вера в меня. Поэтому, ой, блин, Афина, вот эти мои сладкие. Еще бы Афину погладить, да? Воспользоваться моментом. Сейчас попробуем это сделать. Сейчас, ребят, телегу залетайте. Поддержите нас. Будьте людьми, поддержите нас. Давайте Афиночку тоже попробуем погладить. Даже мои сладкие. Просто на стрессе они могут цапануть, я за это боюсь. Вот эти мои девочки. Мои солнце, эти мои солнце, это мои солнце, это мои солнце. Давай, давай. Это любовь, скажи. Это любовь. Это любовь. Это любовь. Больше любовь. Они у меня добренькие, все равно добренькие. Красивые, красивые. Красивые создания. Красивые создания. Красивые. Ой, облюбовали меня. Наконец-то вы подошли ко мне, да? Ну вот так и будем дружить потихоньку. Вот заметили, да? Там, где яврик не кушает, с этой стороны, у него стали опять потихоньку. Вот я вижу, чуть-чуть как будто желтеть стали. Ну, по мелочи совсем.
Ну, стали. Я почему боюсь волков в стрессовой ситуации? Потому что они могут цапнуть. Я за это. Вот, тем более Тайра, она такая, ну, уверенная в себе, предприимчивая. Поэтому я и боюсь лишний раз в такой момент, ну, наглеть. Потому что они могут цапнуть. Слушайте, ну тут довольно подсохло. Сейчас мы им керамзита сделаем, будет у них тут сказка. В смысле, мягенько, меньше грязи, будет песок, керамзит и гравий, нафиг. Засыпем сюда, туда, сюда. И все, и нафиг больше не надо землю везти тут, ворошить эту землю. Мусор уберем. Слава богу, блин, уже вроде убрали там сверху все, что не нужно. Ой, ребят, мечтал стяжку в доме залить, прям мечтал наконец-то. Этот день настал. Понял. А, не запрыгнешь? А что, нельзя? Ну, ну. Короче, так, посмотри. Снимаем новое покушение. Только смотри, а я колобок слегка кусал. Тут четверо. Тут сразу залази наверх. Я серьезно говорю? Смотри. Юра. Я думал, они были боятся. Идите сюда, Лунка. Луна меня припомнит? Не, они не подойдут тебе, не, мало. А я в реке, иди сюда, идите гулять, идите. Молодцы, иди. Не бойся, Лунг. Не, она не укусит, молодец. А ты моя чалиска, она довольна. Ты моя жончик. Стой, что? Все нормально. Лунка, иди сюда, ты Юрку. А, она же за тобой, да, следила? Помнишь, она за тобой следила? Ну, Лун, подходила. Лун. Аяврик, иди сюда, Аяврик. Аяврик, идите сюда, гулять. Пойдем. Молодцы, пойдемте. Они тебя боятся. Иди туда, они сейчас все как раз сюда прибегут. Аяврик, спокойно, да. Аяврик, идите сюда. Пойдем. Молодцы. Пойдем. Афинка. Тихо. Да не бойтесь, чё. А не знаешь, какие, брата, вот молодые. Чё-то им не понравилось, и гаркнуть захотел. Я закрыл дверь, типа, вы не выйдете. И взрослых отпустил, молодежь. Пытался выйти, видите, потом на меня уже, типа, открой дверь, понял? Лёнь. Опа. Аяврик, иди, малыш. Иди гуляй, Аяврик. Иди, моя радость. Аяврик. Ты взрослый паха, папочка. Нет, ты иди, вот сейчас. Молодец. А там сейчас газовать будут питов. Не знаю, видно, не видно. Вот так, такой фигней занимаюсь. Всем привет. Работаем. Аяврик, пойдем. Одна лунка зашла. Потому что она у меня умница. А все боятся. Пойдем. Аяврик, иди. Давай, малыш, Аяврик. Иди, малыш, иди сюда. Молодец, иди. Аяврик, пойдем. Молодец, иди сюда. Аяврик, давай.